Друзья, всем привет! Сегодня начну записывать хроники выживания с тепловым насосом в минус 30, тогда тепловой насос до минус 18 рабочий. Еще неделю назад я посмотрела прогноз погоды, там было сказано, что у нас на днях здесь ночью минус 31 будет. Но поскольку, как правило, когда срок этого прогноза подходит, прогноз начинает изменяться, как правило, в лучшую сторону. Вот, и на данный момент уже минус 28 пишет. Было сначала минус 29, теперь минус 28. Вот буду записывать, как справляется насос, руку отморозило. И вот сегодня настал тот день, температура начала понижаться. Сейчас утром уже минус 10. Соответственно, к вечеру должно быть уже минус 20, а к завтрашнему вечеру минус 25. Посмотрим, как я справлюсь. В одиночестве, кстати говоря, я здесь одна. Ну а еще бонусом в конце видео я покажу, как Ваня отсюда будет уезжать. Вот такая вот высота у нас тут снежного покрова. Говорила я ему, не едь туда. А он заехал. Все нормально, Вань? Ну что ж, первый вечер. На улице почти минус 16, а в доме 24,5. Так, пока я хожу в футболке, пока все нормально. Крутил, короче, я гипсокартон, Алка выдернула, говорит, одевай майку, давай рассказывай про тепловой насос. Я, собственно, одевай майку, потому что крутил гипсокартон, здесь настолько тепло, что и так было неплохо. Собственно, относительно чего рассказывать, на улице сейчас минус 21, вот можно посмотреть. Вот у нас сейчас данные с улицы. В доме 23. Ну, 23, реально оно чуть больше. Там датчик курят. На улице минус 29. И суммарное потребление сейчас 5600 ватт. Из них где-то 300 ватт это холодильник, освещение, там вот свет где-то горит. Там посудомойка сейчас работает. Посудомойка, интернет, видеонаблюдение, то есть они там где-то 300-400 ватт все суммарно едят, может даже и 500, а все остальное это отопление, соответственно тепловой насос, получается где-то в районе 5 с небольшим киловатт потребляет тепловой насос, который греет дом площадью 200 с небольшим, там где-то 205 квадратов, но здесь видите сами огромный большой свет. Если бы этот большой свет был закрыт, то суммарная площадь дома получается где-то в районе 230 метров. Он сейчас полностью греется тепловым насосом. На улице мороз, обещает мороз еще сильнее. Тепловой насос по документам до минус 18. Но даже при минус 21 он абсолютно нормально справляется, и температуру в доме способен поддерживать. Есть сейчас более крутые модели. У меня даже была шальная мысль поменять, но что-то пока я не созрел. Они по паспорту работают до минус 25, а по факту примерно до минус 30. Но сейчас обещают еще холодные ночи, минус 27, наверное, 28 будет ночью. Посмотрим, что будет. Посмотрим, не помогу я тут. Я уже уеду в Москву на этот момент. Алла будет здесь одна, и ждите от нее. Ваня уже раздал инструкции, что мне делать, если случится холодно. Собаке нос замерз. Ну что ж, настал момент X. Сейчас Ваня будет уезжать отсюда. И, видимо, хана моему снеговику. Ведется, бибаста стартанула, уже должна быть. Сейчас на улице минус 22, если что. Да, аккумулятор был 11,9, когда стартовала вибаста. А когда она запустилась, пришло уведомление, что все... Аккумулятор кончился. Да, аккумулятор все, 11,2 на аккумуляторе, но она вроде шумит, дым идет, так что работает. Самое прекрасное во всей этой ситуации, что мне в минус 22 свою машину надо завести, чтобы Ваня сумел выехать. А это уже может не так весело получиться. А, кстати, чтобы еще Ваню выпустить, мне еще надо бархан расчистить, потому что проехал трактор. И все нам там... закидал. Первый на старт пошел. Ой. Блин, все такое деревянное.
Что, погнали? Давай, до упора. О, бензин. Сколько? Хорошо. 100? Почти сколько? 120 тысяч пробега уже? Да. Один раз поменяли свечи, один раз аккумулятор. Шикарная машина. Да, ну все. Теперь осталось Ваньку завести. Все, пусть греется. Завести, сейчас... в смысле, а уехать оттуда. Ну сейчас я пока свою загружу, а это... Она сейчас там стоит еще вибастый, кирогазит. А, я хотела сказать еще. Здесь вся проблема в том, что она несколько дней на этом морозе стояла-то. Вот, незаведенная, стояла, никуда не ездила. Ну, она сейчас должна стартануть. Я как раз сейчас закину все шмотки, и можно будет выезжать пробовать. Да. Попытка номер 3. Как здорово. Я-то переживала за то, что он проехать не сможет, а он завестись не сможет. Дизель. Приехали. Приехали? Возможно. Сейчас как будет ржака, если у меня летняя солярка. Вот вообще угарно. Тогда ты останешься здесь? Навеки? А я не знаю. Со мной? Ну, по идее, тут как бы есть подогрев топлива. Но есть у меня одна идея. Я сейчас, конечно, попробую ее реализовать. Попытка номер 3 после второй бутылки. Ты ее победил? Если сейчас не заглохнет за 5 минут, то да. Отлично. Есть что сказать? Ну, короче, как всегда, беда с соляркой. У нас, как обычно, продают зимнюю, но не зимнюю. То есть она, по идее, должна до минус там, 30-40 быть, а она может до минус 15 быть, там по-всякому. Короче, но у нас же не бывает морозов. Ну, у нас же морозов не бывает, да, по прогнозу нет мороза. Что там продавать минус 15, она же дороже. Можно написать, что она зимняя, продавать ее по зимней цене, но продавать ее полузимнюю. Соответственно, она, скорее всего, загустела, но тут самая проблема была стартануть, а так у него фильтр с подогревом. Поэтому она вот сейчас запустилась, сейчас согреется фильтр, и уже можно ехать хоть даже на летний, будет пофигу. Дай бог, дай бог. Ну все, вон она, видишь, греет уже. Да, дымит, сейчас дымит. Закрыто осталось, и все. Короче, как победить такую ерунду? Просто фильтр обливаешь горячей водой. Ну вот это вот две бутылки, 10 литров. Две бутылки горячей воды из-под крана. На фильтр, на ТНВД. Все, вот она запустилась. Отлично. Да, пользуясь случаем, хочу сказать, что я здесь себе на морозы сапожки прикупила. Вот, Навьё, Мерл, бренд, супер круто. До минус 25. На улице минус 22 я себе отморозила уже все ноги. Надеюсь, это будет полезная информация. Разумеется, полезнее всего того, что было показано до этого момента. Да, походу ездит она получше, чем заводится. Ну вот, утречко, я проснулась, 8 утра. За ночь дом остыл, вот я 22 поставила, но ночью я вставала, было 21, потом 20, а сейчас это вот, о, уже 19,5. А знаете, почему 19,5? Потому что я выполняю Ванины рекомендации.
Я включила обогреватель. Сейчас пойду еще включу духовку на конвекцию. И откроем ее. Вот так вот мы в прошлые морозы справлялись. Теперь остается только надеяться, что днем выглянет солнышко и согреет наш дом. Так, ну что ж, прошел час. Смотрим, чего у нас получилось тут. О, 1,5 градуса. Вот как показать. Вот, 25. Плюс 1,5 градуса за час. Луч солнца золотого будет скоро меня греть. Ну а наверху у меня как было 21, хотя что я вру, утром было 20, сейчас нагрелось до 21. А мне комфортно, чтобы было здесь 23. Сейчас время 11:30, на улице потеплело до 24 градусов, и я хочу сказать, что даже несмотря на то, что на улице 24, вот я сейчас сижу, за мной солнце, как вы можете видеть, и оно греет мне, греет шею, греет плечо, греет ухо, и благодаря этому, собственно, благодаря нашим большим панорамным окнам, наш дом нагревается, даже в такие холодные дни. Прошло еще 2 часа. Время обед. Температура поднялась до моих комфортных 23 градусов. И это только благодаря солнцу и тепловому насосу. Все остальное выключено у меня сейчас. Хочу сказать, что сейчас мне уже достаточно комфортно. На улице потеплело до 23 градусов. Если верить прогнозу погоды, то пик, в общем-то, миновал. И теперь уже тепловой насос должен справляться и поддерживать мне комфортную температуру. Вот такое вот видео получилось. Хотела снять про дом, про то, как греет тепловой насос, про то, как он работает в морозы. Но обещанные морозы так и не наступили. И большая часть видео получилась про то, как Ваня заводил машину. Ну, такой вот вложик. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!